Друзья, привет, с вами Станислав, магазин Гироскутершоп. Я вас поздравляю с началом сезона. Прекрасная погода, правда, не сегодня, сегодня тучно, но тем не менее сезон начался, прекрасная плюсовая погода. Я вас с этим поздравляю. Мы начинаем сезон с ознакомлением на нашем YouTube-канале новинками от крутых брендов. Это Супер Сока, представитель White Siberia. Сегодня мы с вами посмотрим, на что они способны и с чего они стоят. Поехали! Ну что, друзья, перед вашими глазами очень крутой производитель Супер Сока. Не побоюсь этого слова, это один из самых известных брендов в мире электромотоциклов, компактных, стильных и, самое главное, надежных. Данные мотоциклы используются в Европе, на Южной Америке, американском рынке, в азиатском шлейфе, то есть везде они представлены. И сейчас они также представлены в России и достаточно очень популярны. Справа от меня находится Супер Сока TC, слева TC Max. И сегодня я хочу просто дать вам обратную связь, поделиться своим мнением, впечатлением, рассказать о характеристиках, показать, на что они способны. Ну что, давайте начнем с малого. Справа от меня, повторюсь, это TC Супер Сока. Он у нас идет с вами по заявлению производителя 2,1 кВт номинальная мощность, 3 пиковая. Электромотор, сзади вы видите, здесь он находится, достаточно надежный. Известный производитель моторов Bosch. Bosch – это мировой бренд, который зарекомендовал себя прекрасно на рынке с точки зрения надежности техники. То есть, в принципе, на самом деле много получаем обратной связи от клиентов и общаясь с заводом, в том числе по Bosch, именно нареканий. Не путайте только, что это не строительные какие-то дрели, да, там, и так далее. То есть это именно Bosch, который делает моторы, они делают установки по бурительным системам, да, то есть это совсем другая история и другая надежность. Поэтому именно вот эти вот моторы, они одни из лучших в своем классе. Так вот, касаемо моторов, просто относительно неубиваемый, честно скажу, не побоюсь этого слова. И опять же вернусь к тому, что с чего начал, по рекламации и ремонту, да, то есть вот, обратной связи касаемо ремонтов, у нас свой сервис-центр, общаемся с другими сервисными центрами, в принципе, нареканий по моторам нету. То есть, конечно же, само собой, можно ушатать все, что угодно. Я извиняюсь за выражение своих слов, просто прямо говорю. Можно и крузак 200-й там с новый салон забрать и за полгода его уделать. Вот. Если к технике относиться хорошо с самого начала, да, то есть он будет служить вам верой и правдой. Итак, номинально 2,1, пиковая 3 кВт по заявлению производителя. Но сразу забегу наперед, мы вскрыли контроллер. Сейчас вы видите на экране его контроллер. На самом деле номинальная мощность у него больше, 2400 ватт, то есть он контроллер идет 40-амперный и 60-вольтовый. Чтобы понять, какая мощность, вы сами прекрасно понимаете, что мы просто вольтаж умножаем на ампераж контроллера, и получается у нас 6,4, 24, итого 2400 ватт в номинале. Тяга у него достаточно комфортная, приятная, подвеска вообще просто сказочная. Подвеска у него, передняя вилка, это мотоциклетного формата, масляная, просто едешь, не то что едешь, а ты плывешь, да, я просто еще увлекаюсь мотоциклами, то есть у меня бензиновые мотоциклы есть, и могу просто сказать с точки зрения мотоциклиста, как, да, то есть это небо и земля, вот вообще не с чем сравнить даже, настолько это комфортно, это не какой-то CityCoco, электроскутер, да, там какие-то там разных брендов, да, то есть это несравнимая история. Задняя подвеска у нас идет формат. Здесь пружина, и вот здесь у нас такая идет капсула, не скрывали, не знаю, но, скорее всего, там, может, какое-то масло идет внутри, вполне возможно. Тоже отрабатывает великолепно. Мы сюда, кстати, приехали вдвоем на скутере, тестировали и здесь вдвоем. У меня вес 75 килограмм. У тебя сколько вес? 86. 86. Вот 86 плюс 75 у нас выходит 160 килограмм, грубо говоря, да? Тянет отлично. А эта пушка просто летит. Итак, но к этому мы вернемся чуть попозже. Давайте сейчас к этому отойдем обратно.
Итак, по заявлению производителя, максимальная скорость здесь достигает до 65 км. Аккумулятор идет 60-вольтовый на 30 тысяч мАч. И с одним аккумулятором можно проехать где-то до 80 км ориентировочно. В зависимости, опять же, повторюсь, как и много раз ранее говорил, это зависит от веса райдера, манеры езды. И, соответственно, конечно же, немаловажно, да, то есть это местность, по которой вы катаетесь, да. Но, опять же, да, там аккумулятор, мы его банки не вскрывали, не смотрели, но, опять же, по заявлению производителя, здесь одни из лучших аккумуляторов стоят, и просадка у них, она практически минимальная. Ну, в принципе, мы и сами ощутили, когда вдвоем ехали на нем. Если сравнивать с тем же самым CityCoke, да, там на 20 ампер-часов, которые, как правило, в основном все идут аккумуляторы, нажимая газ, и с моим весом 75 килограмм, там начинает сразу шкала играть вниз, да, то есть начинает просадка бешеная. Здесь, повторюсь, с весом 160 килограмм ехали вдвоем, нажимал газ, газ в пол. Вот, честно вам скажу, ни одно отделение вниз не ушло. Ну, то есть это говорит о многом, именно о качестве и аккумулятора, и самой конструкции. Итак, по подвеске мы с вами поговорили, по максимальной скорости тоже поговорили, да, что он способен, и по максимальной возможной дистанции. Давайте мы с вами перейдем к системе вообще управления. То есть, если сейчас вот оператор подойдет поближе, да, мы с вами начнем ознакомливаться с системой управления. Давайте начнем с системы руля слева направо. Здесь у нас находится фара включения, ближний и дальний свет, включение поворотников, сигнал. Тут у нас с вами переключение, режим переключения скоростей. Первая, вторая, третья. И обратите внимание на самом дисплее, что у нас присутствует. Здесь у нас указана с вами максимальная возможная скорость 90 км в час, режим переключения скоростей, шкала зарядного устройства, текущий пробег и заряд аккумулятора 98%. Тормозная система у нас с вами идет гидравлическая, то есть допуск до 3, до 4. Обратите внимание, какие идут шланги, да, то есть ну, вот на ощупь идет металл. Полностью металлические идут. То есть здесь вот именно зацепить, повредить, да, в принципе, реально невозможно. Почему? Потому что ничего здесь не свисает, да, то есть ничего не торчит. Единственное, что мы с вами видим, да, то есть с правой стороны, вот здесь у нас шланги уходят, да, то есть они подходят к калиперу переднему. Вот только если где-то мы будем с вами ездить, опять же, по большим кустам, и где-то здесь зацепить, и то надо постараться порвать. Задняя часть у нас тоже гидравлика, тормоза. Тормозной диск по ощущениям 160, если не ошибаюсь, визуально. Или даже вот передний как будто бы 160, а даже если не больше. Сейчас посмотрим у нас с вами. Не вижу, ну прям огромный, даже побольше 160 миллиметров. А сзади немножко поменьше, как будто даже 140-й, наверное, все-таки. Что касаемо формата управления, еще вернусь, да, газ. Газ здесь стандартного мотоциклетного типа, то есть нажали газ, мы поехали. Сейчас он заведенный полностью, но стоит на подножке. Соответственно, безопасный старт в нем присутствует. То есть, если вы завели, на подножке стоите, газ нажимаете, он не поедет. Убираем с вами подножку. Все, он поехал. Сам конструктив. Рама идет у нас с вами стальная, она усиленная достаточно, то есть нагрузку держит хорошую, манеру езды, в том числе и агрессивную. Облицовка у нас, корпус идет пластик, сиденье идет из эко-кожи, качество очень хорошее, даже на ощупь. Приезжайте сами, посмотрите, попробуйте. Есть опора для заднего пассажира, то есть сразу, как мотоциклист советую, да, то есть если катаетесь вдвоем на мотоцикле, не нужно стесняться брать водителя, обнимать, скажем так, в кольцо, да, то есть и ехать на скорости. Это будет самое лучшее и правильное, и безопасное, самое главное, именно эксплуатация техники, если вы едете вдвоем. Многие райдеры, конечно, и пассажиры, точнее, заднего ряда, они берут руками вот здесь. И для этого, в принципе, в том числе, здесь это интегрировано, есть это решение. Ручка сильная, мощная, оно идет к раме самой, то есть здесь ничего не на болтах, не сорвется. Подножки у нас с вами как для переднего пассажира, так и для заднего убирающего. То есть, в принципе, все сделано и продумано с умом. Что касаемо оптики, обратите внимание, оптика очень хорошая.
Сейчас тем светло, не видно, конечно, но освещается темное время суток достаточно достойно. А что думаете вы, друзья? Оставьте, пожалуйста, комментарии под этим видео, как вам эта техника, визуально, по крайней мере, да? Ну, а по технической, конечно, я вас приглашаю к нам в магазин, чтобы прокатиться. Пока наличие есть, есть новые в коробке упакованные, есть тестовые экземпляры. Ну, сезон начался, люди приходят, заказывают, техника заканчивается, поэтому приезжайте на тест-драйв, попробуйте покататься. А что по комплектации? По комплектации у нас с вами весь байк сейчас мы видим перед глазами. Идут зеркала заднего вида и зарядное устройство. Зарядное устройство комплект на 10 ампер-часов, то есть этот аккумулятор мы с вами зарядим от нуля до конца за 3 часа. Как завести этот мотоцикл? Давайте с вами об этом поговорим. У нас в комплекте идет с вами брелок и ключ. Брелок для того, чтобы завести его. Вот сейчас мы его отключили, он отключенный, и я хочу его покатить. Начинает блокироваться заднее мотор колесо, не дает, тяжело катит, тем самым говорит о том, что дружище, не твой мотоцикл, либо активируй меня. Сейчас обратно подкатим. Здесь у нас с вами две кнопки: включение сигнализации и отключение. Отключаем сигнализацию, все отключили, и кнопка Power Start, ключевой доступ. Все, он завелся, и можно приступать к движению. Что касаемо аккумулятора, да, давайте с вами покажем, где он находится. Снимаем, точнее открываем бак, бензобак. Ну, бака здесь нет, здесь имитация. Здесь у нас такая пластиковая крышка-заглушка. Сюда можно какую-то ручную кладь, перчатки, там, телефон, еще какие-то мелочи положить. Снимаем крышку, и здесь у нас находится аккумулятор. Да, в комплекте идет один аккумулятор 60-вольтовый на 30 тысяч ампер-часов. Но производитель уже позаботился и имеет отсек под второй аккумулятор. То есть при желании вы можете увеличить пробег в два раза и тем самым проезжать его там до 180 километров на одной зарядке. А с левой стороны у нас здесь стоит автомат, то есть это принудительное отключение всей электрики. Сейчас мы отключаем, все, он погас, да, то есть мы никак его сейчас не заведем, ни с пульта, ни с кнопки, ничего. Соответственно, мы обратно его включаем, и уже он, можем приводить его в активную фазу движения. Силовой кабель под второй аккумулятор также выведен. То есть вам ничего не нужно дорабатывать, голову ломать, если вы хотите проезжать больше. То есть просто второй аккумулятор и поехали. Теперь сиденье. Сняли мы сиденье, а под сиденьем у нас, в принципе, ничего особенного такого нету. Здесь у нас идут фишки, выведенные для, как я понимаю, честно, вот не буду что-то придумывать, да. Я предполагаю, что для чего-то, каких-то дополнительных опций, которые у Суперсока присутствуют также. То есть можно дополнительно оснащать мотоцикл разными опциями при желании. И так, все, закрыли, все готово. Закрываем. Фотографию контроллера мы вскрывали. Сейчас вы можете видеть на экране. Нажмите на паузу, посмотрите. Более детальные характеристики, размеры его и вес вы можете увидеть сейчас также на экране. Нажмите, пожалуйста, на паузу, ознакомьтесь более детально. Обратите внимание на колеса. Да, кстати, не обращайте, точнее, внимания на то, что он пыльный. Это тестовые экземпляры мотоциклов. То есть мы тестировали эти мотоциклы, да, то есть сейчас покатаемся, конечно же. Колеса у нас с вами идут 17-ки, пневматические надувные. Повторюсь, подвеска просто сказка. Помимо того, что она присутствует как передняя, так и задняя. И еще за счет пневматических колес у вас становится еще намного приятнее поездка и более комфортная. Что касаемо, мне также бросилось в глаза, это крылья. Обратите внимание, как сделаны задние крылья. Да? То есть, ну, наверное, не побоюсь этого слова, это один из немногих мотоциклов, которые мы обозревали. А обозревали мы с вами много электромоскутеров разных, где крылья продуманы, закрыты полностью. Вам на спину ничего лететь не будет. То есть здесь помимо того, что он закрывает до конца, еще здесь небольшой изгиб в виде как будто бы брызговичка. Да? То есть вам на спину ничего лететь не будет, на пассажиры в том числе.
катайтесь хоть в мокрую погоду, соответственно, у вас будет сухо и комфортно. Но при этом, друзья, не забывайте, скажу вам так, что штатная защита здесь от воды очень высокого класса. То есть, если сравнить с другими ситикоками дырявыми, по-другому их не назовешь, потому что там куча дырок и открытые электрики, куда может попасть вода и выйти из строя, то здесь, на самом деле, сделано все намного лучше и защищеннее. Но если все-таки вы планируете ездить в сырые погодные условия, то делайте дополнительную гидроизоляцию. В нашем магазине вы можете это сделать. Звоните по телефонам, которые указаны внизу под этим видео, и ссылки на эти товары. И узнавайте, специально для вас будет хорошее предложение. Переднее крыло также у нас с вами идет достаточно хорошее. Кстати, напоминает мне чем-то такое небольшое крыло. Вы помните, были старые добрые минскачи, небольшие такие колеса передние, да, то есть и вот такие короткие крылья. Вот у меня сразу ассоциация Минск. Что касаемо... Что о нем еще сказать? О нем можно сказать, что он просто визуально, вы сами все видите, красивый. Самое главное тоже это надежный. Клиренс высокий. Сейчас мы покатаемся, посмотрим, как он едет. Давайте мы с вами перейдем вот на этот байк и сравним его вместе, вот, сравним с этим. Чем он отличается? В первую очередь, не буду сейчас говорить о моторе и так далее. В первую очередь, мне как мотоциклисту бросилось в глаза и комфортнее. Это руль. Друзья, посмотрите. Здесь у нас есть такой с изгибом идет руль. Здесь он более прямой. Тоже небольшой изгиб есть, но намного меньше. И мне вот, с точки зрения да, там, поездок намного комфортнее вот на нем, вот с этим рулем, честно вам скажу. Ну, а самое главное, конечно же, это у нас мощность. А мощность у нас с вами, друзья, как вы думаете, сколько? 80 ампер контроллер и 72-вольтовый. 5,6 киловатт, друзья. Это просто мощная ракета. Когда мы ехали сюда, мы попробовали проехаться. Сюда мы ехали вот на нем. А обратно мы ехали, я сейчас там отвозил тоже помощника, отвозила вот на этом. То есть, честно скажу, вот на нем вдвоем ехать, мне вот, я люблю скорость, я люблю драйв. Мне не хватало немножко скорости, да, то есть хотелось бы еще драйва. Но при этом вот на нем прям чувствуется, как из-под себя он начинает набирать. Просто ракета, серьезно. Ну, сами прекрасно понимаете, 40-вольтовый, 72. Безусловно, и это великолепный мотоцикл. Да, то есть это кому скорость не важна, адреналин или драйв, крутящий момент с места тоже не так сильно важен. Ну, а кому надо, друзья... DC Max. Это будет ваш правильный выбор и великолепный конь. Итак, отличие. 72 вольта, 60 вольт. 2,4 киловатта, 5,6 киловатт. Максимальная, а и самая еще немаловажная часть, это сердце его, а это аккумулятор. 60 тысяч мАч аккумулятор. И пробег на одной зарядке. Как вы думаете, сколько, друзья? Ну, где-то ориентировочно 160-170 километров на одной зарядке, как заявляет производитель. А скорость максимальная до 95 километров. Ну, друзья, ну что, это не революция у нас с вами в сфере электротранспорта. Реально очень крутая техника. И приходите, сами попробуйте, ощутите для себя и поймете, сравните на этом прокате. Но есть отличия помимо технических. Обратите внимание на мотор. То есть там у нас идет прямой мотор бошевский стоит, а здесь у нас мотор идет, кто-то скажет, цепного формата, но здесь вместо цепи стоит ремень. Такого вида моторы, в принципе, это открытая информация, я думаю, что вы можете любого даже специалиста технического уточнить, да, там такие виды моторов, они реально практически неубиваемы. То есть, если сравнить, опять же, да, там тот мотор и этот мотор, то эти моторы намного долговечнее и намного надежнее. Но, опять же, повторюсь, как и ранее говорил, что по поводу Bosch. Bosch сами по себе делают, да, то есть технику относительно неубиваемую и надежную. Поэтому, друзья,
Вот откуда у нас с вами идет возможность выдержания таких нагрузок, таких крутящих моментов на 72 вольта, да, то есть на 80 ампер контроллер. Это с помощью такого мотора, который установлен в TC Max'е. Ну и, конечно же, визуальные, если обратим внимание, да, отличия также есть. Здесь на TC более такой классический формат идет, да, чем-то напоминает, вот даже, знаете, вот есть итальянцы, забыл название итальянского бренда. Если кто-то вспомнит, в комментарии напишите, буду признателен. Напоминает такой классический, да, такой формат. Но здесь уже немножко есть вот даже бак имитация, да, что-то Ducati. Такой немножко выпухлый, агрессивный руль, удобнее намного. Ну, такой более спортивного формата. Что касаемо крыльев и даже колес, обратите внимание, колеса здесь побольше, сама покрышка, да, вот задняя, например, то же самое, если сравнить с тем. Но при этом колеса одинаковые именно по дискам 17. Система управления. Система управления, если мы смотрим с вами рулевую часть, все аналогично, точно так же, как на TC-шке. Включение света, ближний, дальний, поворотники, сигнал, режимы скоростей. Ну и спидометр, то есть там мы с вами максимально 90, то здесь максимально 110 километров. И давайте с вами по комплекту ключа. Ключ идет, также ключ и брелок. Все стандартно, такой же формат отключения. Установка на сигнализацию. Включение. Включаем Power. Все, он готов к управлению. Ну и откроем с вами. Так, открыли. Ну, вы видите сами. Здесь огромный аккумулятор. Отсека под второй аккумулятор здесь мы просто физически не поставим никак. Силовой. Сейчас отключим его. Так, автомат у нас выведен вот сюда. Обратите внимание, вот он. То есть принудительное отключение. Огромный силовой кабель просто. У нас аккумулятор, да? 72 вольта, 45 ампер часов аккумулятор. И по ощущениям, по весу. Ну, гантелька 15 килограмм, наверное, точно. Плюс-минус, где-то так. Поэтому, если хотите позаниматься спортом, вытащили аккумулятор, подняли, покачались и поехали кататься дальше. Так, закрываем. Так, ну что, друзья, давайте я немножко покатаюсь. Посмотрим, как байки у нас с вами едут. Поделюсь своими впечатлениями. Так, нет, друзья, вы знаете, если начинать сравнивать байки и кататься, да, то это лучше начинать с малого и переходить к большему. Тогда будет справедливое ощущение, справедливые эмоции, нежели с крупного, а потом пересаживаться на малый. Согласитесь? Так. И да, друзья, я сейчас немножко покатаюсь, но никогда не катайтесь без шлема. Я сейчас шлем свой забыл, не взял, да, то есть я поэтому на больших скоростях ездить не буду. Не забывайте, защита и безопасность прежде всего. Одевайте черепаху, налокотники, наколенник, не стесняйтесь. Безопасность, в первую очередь, это номер один, и шлем тоже. Ну что, поехали, попробуем. Мягкий, комфортный, набирает, и самое главное, бесшумный. Экологический, не создает какого-то дискомфорта. И самое главное, еще немаловажная часть, так как мы живем в обществе, не создает никакого шума окружающим людям, которые находятся вокруг нас, если мы катаемся в местах, где очень много людей. А тормоза-то какая сказка, а? Смотрите, какие тормоза просто, как вкопанные. У меня на мотоцикле такого нету.
Не, реально очень классно. Ребят, ощущение просто колоссальное. При этом я покатался сейчас здесь немножко, да, там на небольших скоростях. И просто сказать, что давайте попробуем, я там с лестницы съеду и заеду. Сейчас оператор тоже рядом подойдет. Попробуем просто как подвеска отрабатывать на таких больших неровностях. Ну, вы видели все сами. Съехал, само собой, без проблем, но было достаточно, не было такого сильного дискомфорта какого-то, а заехал, то просто даже не почувствовал. То есть тяги здесь более чем хватает. Пойдемте возьмем 72 вольта большого брата. При этом здесь, там на 100% заряженный аккумулятор, здесь 72%. Ну что, поехали. По ощущениям, сразу подрыв идет такой, ну не то, что он рвет, да, но именно по ощущениям набирается намного с места интереснее, нежели TC-шка. Поэтому, если, повторюсь, хотите запас скорости с крутящим момент с места, чтобы набирал хорошо, то это однозначно TC Max уже. Ну и посадка, друзья, посадка здесь совсем просто отличается, и если кому-то более классическая нравится, то, конечно, это можно TC взять, но намного удобнее вот на этом TC Max, руль просто сказка. Здесь мы просто залетим. Просто мягко и комфортно. Так, угол поворота, в принципе, классический мотоцикл, не больше, не меньше радиус разворота. То есть здесь вот сейчас угол побольше, мы развернемся на месте. Проехал, прям не почувствовал никаких кочек. Специально сейчас на скорости проехал, там лежащий полицейский, где скорость была, посмотрел, 45 километров. Думаю, дай-ка попробую на скорости пролететь. Нормально. Да, набирает очень хорошо. И, друзья, еще раз делаю акцент. Не катайтесь, как я, без шлема. Ни в коем случае. Поэтому я просто небольшой отрезок для вас показал, как он набирает, да, то есть, но всегда одевайте шлем. Дальше я не поехал, потому что безопасность прежде всего. И всегда одевать шлема. Все, я поехал. Ну что, друзья, все. Покатались, посмотрели, поделился своими впечатлениями, мнением. Мое резюме: отличные мотоциклы, отличные скутеры, актуальную цену вы можете сейчас посмотреть по ссылке под видео, переходите к нам на сайт. Мне интересно ваше мнение, оставьте, пожалуйста, комментарии. Я могу сказать, что это, наверное, одни из лучших, повторюсь, скутеров, мотоциклов, которые мы обозревали на нашем канале и на которых, в принципе, я катался на электричках.
надежность самое главное. И, наверное, не побоюсь слова, незаменимая на сегодняшний день, потому что аналогов с таким качеством пока что нет. Суперсока ассортимент огромный, на нашем сайте вы можете ознакомиться. А я вас жду в нашем магазине, который находится территориально метро 1905 года, торговый центр «Электроник» на Пресне. Огромный ассортимент разной техники. Также есть бесплатный тест-драйв, большие акции у нас и куча подарков. И первым 5 клиентам от нас, нашего магазина, будут большие подарки. А какие, узнавать по телефону, который указан также внизу. Надеюсь, вам это видео понравилось. Поддержите, пожалуйста, лайком, комментарием и колокольчик ставьте. Дальше будет больше. Спасибо, всем удачи. Пока-пока.